Как вернуть деньги в городской бюджет? Лично встретиться с неплательщиками. В Химках прошло заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Предприниматели отчитались о своих расходах и долгах сотрудникам финансового управления администрации. На встречу пригласили убыточные компании, налоговых должников и неплательщиков аренды. Всего около 60 компаний. Такая мера взыскания признана эффективной. Получив приглашение, многие приносят платежки сразу. На сегодняшний день 6 юридических лиц представили платежные поручения на оплату платежей на сумму 16 419 500 рублей. Но эти плательщики, поскольку представили платежные поручения, задолженность полностью оплатили, значит, на комиссии сегодня они присутствовать не будут. Всего компании задолжали области почти 600 миллионов рублей. Более сотни уже удалось вернуть в городской бюджет.